Между воспитанием внуков и классическими домашними хлопотами они находят время для создания лучших нарядов, элегантных причесок, красивого макияжа и маникюра. Говорят, что сейчас настало самое время пожить для себя. Конкурсантки, четыре подруги, участвуют в проекте вовсе не для того, чтобы проникнуться духом конкуренции. Хотят на личном примере показать, что настоящих женщин старость обходит стороной, а потому и характер вечно молодой. Биологический возраст от 35 до 40 лет, так что это мне возраст больше нравится, и я от этого возраста и считаю, остальные мне года не года. Объявление было, я думаю, пойду, пусть мои внуки, правнуки посмотрят, у меня 5 внуков и 7 правнуков. И бывает всякое, настроение плохое, и хорошее, и поем, и плачем, всего бывает. Между представительницами элегантного возраста развернулись жаркие, но дружественные баталии в 4 номинациях. Визитная карточка, где нужно было рассказать о своей судьбе, земля талантами полна. Здесь необходимо проявить себя творчески, звезда подиума и бабушкины вкусняшки. Мы проводим конкурс не только как после, так сказать, по скриптум дня пожилого человека, но и в преддверии дня матери. Потому что бабушка, она, во-первых, мать, во-вторых, она бабушка, а в-третьих, она человек, который дал жизнь и продолжает жить, интересоваться жизнью. И показывать себя убедительно, говорить о том, что я живу, я радуюсь жизни. Они зажигали на сцене около 2 часов. Без внимания и подарка не осталась ни одна претендентка на титул «Супербабушка». Призы получили все 4 конкурсантки. Победила каждая, а супербабушкой 2017-го стала Ирина Пальцева.